Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас 20-е Тамуза, 19 июля. И мы продолжаем наши уроки. Итак, сейчас книга «Йом-Йом», она нам дает вот сегодня очень понятная мне лично идея и очень понятная, практичная. И можно прям изучать и применять. Значит, существует три типа размышления, говорит нам эта книга. Три типа размышления. Первое – размышление во время учебы. После того, как человек как следует понял идею, он размышляет о ее глубинах, пока его разум не начинает светить. Вот мы берем идею из Торы. Значит, вот эту возьмем идею. Это же мы тоже Тору изучаем. Это тоже Тора. Значит, вот мы что-то учимся, потом мы берем эту идею и начинаем о ней размышлять внутри, не отпускать ее, размышлять, что же она значит, как можно значение слов, как идею, как ее можно размышлять, как можно внутри ее думать, как можно думать о ее глубинах, пока его разум не начинает светить. И тут интересная очень вещь есть, что у человека же мышление как устроено, есть внутри в памяти долговременно очень много различных идей. Потом ты берешь из внешнего мира какую-то информацию. И эта информация обычно соединяется с чем-то из внутреннего мира. Но на этот процесс нужно время. А обычно времени нет, потому что когда у человека, особенно в современном условии, он все время включает себе в восприятие новую информацию быстро, то у него нет времени. То есть у него только поверхностно, вот идет какое-то слово, да, и что-то поверхностно, оп, кликнуло, а уже новое слово, и опять что-то поверхностно кликнуло. А теперь, если мы возьмем процесс такого глубинного размышления, то, что нам сейчас советуют, первый тип размышления. Мы берем идею, никуда не спешим, никаких новых идей не впускаем. Можно даже закрыть глаза, когда мы в «Шма Исраэль» закрываем глаза, первый отрывок «Шма Исраэль». Адуйной Элюэйну, Адуйной Эхот. Нужно закрывать глаза. Зачем нужно закрывать глаза? Как раз, чтобы не впускать никаких новых идей. И в этот момент, если ты закрыл глаза, и у тебя нет никаких входящих мыслей, то ты можешь сосредоточиться на той мысли, которую ты думаешь. Если ты ее размышляешь о ее глубинах, разум начинает светить. В этот момент в разуме включается такой, как внутренний свет. Теперь есть такая целая система медитации, называется трансцендентальная медитация. Они берут слова, мантры, они это называют, и повторяют ее 20 минут. Вот это слово, они его повторяют, просто наблюдая за этим словом. То есть у них таким образом ум берет это слово, и он, значит, повторением этого слова 20 минут погружается вот в то состояние, которое здесь называется свет. Разум начинает светить. То есть включается совершенно невероятная энергетика внутренняя, которая недоступна обычному человеку, потому что обычный человек находится в состоянии или бодрствования, он все время включенный в новую информацию, такой, что там вокруг, все время у него мелькает что-то, или спит. А вот именно, чтобы погрузиться в свой разум, находясь в осознанном состоянии, такого большинства людей на сегодня нет, к сожалению. Вот нам советуют книга «Йом-Йом», написанная в 1940 году, то, что Рэбе собирал в 40-е годы, да, между 40-м и 50-м, то, что он собирал от предыдущих Рэбе, самые такие глубокие вещи, вот, пожалуйста, первый тип размышления. Второй тип размышления перед молитвой. Смысл его в ощущении жизненной силы, которая заключалась в изучаемой идее. В отличие от ощущения разумности этой идеи, которая чувствовалась во время учебы. Значит, вот, поучил человек Тору. Поучил он Тору, написано в трактате Брахот в начале, что Агра де Пирка, это, по-моему, Рова говорил, Агра де Пирка Раита, Агра де Шмайсе Сасвора. Значит, он говорил так, что награда за урок, то, что ты спешил на урок, а награда за изучение Торы, это та мысль, которая у тебя осталась. Что имеется в виду? Когда ты бежишь на урок, вот сейчас у нас урок, то невозможно много с этого урока захватить. Почему?
Потому что я все время даю новую информацию, новую информацию, новую. И когда ты сидишь, слушаешь урок, то эта информация, она заходит, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Но то, что ты пришел с намерением учить Тору, вот награда за урок, это спешка на урок. Теперь, тут награда, безусловно, есть, потому что ты пришел учить Тору, у тебя намерение учить Тору. Но награда за учебу Торы, это та мысль, которая у тебя осталась внутри. То есть, если у тебя после урока, ты сразу включаешь что-то, и это что-то, оно сразу выбивает то, что ты учился, тогда нету никакой здесь, ничего не осталось. Учебы как таковой нет. Намерение было, а результата не было. Теперь, что нужно? Нужно взять какие-то идеи, выписать для себя, может быть, какие-то идеи, которые вас по ходу урока зацепили, вам они понравились. И потом посидеть минут 5, обдумать эти идеи. Обдумать, прям можно закрыть глаза и обдумать. Тогда у вас появляется глубина. Глубина и свет зажигается в мозге. Потом второй совет. Размышления перед молитвой. После этого, когда вы через размышления о делах Всевышнего, о Торе, вы его Всевышнего какие-то слова, наставления, то после этого вы обдумали это. И второй тип размышления – это перед молитвой. То есть вы на этой силе, которую вы получили из Торы, на этом свете, вы можете очень классно помолиться. Прямо вообще вы можете тогда… Это такая подготовка к молитве, то есть молитва совсем другая тогда, да, то есть совершенно другого уровня молитва. Третий тип размышлений – во время молитвы. Смысл его – ощущение божественности, заключенное в изучаемом вопросе. Третьих аспекта, последовательная ступень лестницы чувства. И только по милости Всевышнего Благословенного мы иногда ощущаем божественность без приведенной работы. То есть бывает, что людей накрывает вот божественность без вот этих всех трех ступеней. Он говорит, это подарок от Бога. Но в принципе для того, чтобы достигнуть вот этой связи со Всевышним, нужно пройти по этим трем ступеням. Однако, если говорить о служении своими силами, то необходимы все три вышеперечисленные ступени. То есть вначале нужно поучить Тору. И вот как раз хасиды, они учат внутреннюю часть Торы, хасидут, кабалу, там книгу Зоар. Ну, хасидут, в принципе, это такая упрощенная кабала. Внутренние силы души и так далее. Вот они размышляют, об этом размышляют, оп, пошел свет. Потом они становятся молиться, и на вот этом вот внутреннем свете они продолжают, поймав какую-то вот эту идею, да, мысль, которая больше всего их соединяет с Богом, они на этой идее приближаются еще раз к молитве, и тут в этот момент, когда они на вот этой вот идее, они на ней поднялись еще на один уровень, после этого они уже во время молитвы, они почувствовали уже от Бога вот этот вот connection, знаете, как раньше было в... Было очень сложно подключиться к интернету. Были такие модемы, они что-то там жужжали, пищали. Если ты нашел этот Wi-Fi, там первый Wi-Fi, то это там вообще чудо Wi-Fi. И значит, вот так же в молитве. Если ты сделал вот это вот три ступени этой работы, то тогда ты, бах, соединился со Всевышним, и тогда молитва – это уже совсем другая молитва. Не просто там поговорил, и даже просто хорошо. И даже на простую молитву есть ответ. Но если ты хочешь по-настоящему подняться по ступеням духовной силы, да, своей души, и именно соединиться со Всевышним, вот, пожалуйста, вам три ступени нам объяснили. Дальше. Вторая книга, которую мы изучаем, «Обретение неба на земле». Тоже очень классная вообще сегодня мысль. То есть бывает дни, когда вообще непонятно, а бывает вот вообще все понятно. Сегодня мысль такая. Все, что существует в этом мире, это он и вы. Только Бог и вы. В этом мире нет ничего больше. Есть только каждый из нас в своем восприятии себя и Бог. Все, вот это вот два... Больше ничего нет, пишет нам книга «Обретение неба на земле». Остальное, а как же со всем остальным? Родственники, работа, война, правительство и так далее. А все остальное лишь передатчики.
Это передачи те, которые соединяют меня с Богом, а Бога со мной. Все существующее в вашем мире определяется вашим отношением к связи с вашим Творцом. То есть это такая глубокая мысль, которая прям вот если ее поймать, то она реально меняет. Вот одна эта мысль хватит, чтобы полностью трансформировать жизнь человека. То есть есть только человек в этот мир приходит один. Да, он приходит голый, маленький, и уходит один, тоже голый, тоже маленький. Значит, и все остальное в этом мире, оно остается, или было до него, или есть до него, приходит, уходит. Все остальное, это меняется. Есть только связь между человеком и Богом. Теперь, и все остальное передача, которая определяется вашей связью с Ним. Одно из трех. Все существующее в вашем мире определяется вашим отношением к связи с вашим Творцом. Теперь есть отношение к связи. Есть три варианта отношений. Первый вариант – связь, за которую надо держаться. То есть есть связь, которая, вот человек ее почувствовал, и он за нее держится, за эту связь. Он прямо чувствует, как он со Всевышним взаимодействует. И когда есть известный псалом, когда Яакова Вину, он перешел эту реку, Ярден, и он, значит, стоит без ничего, и он говорит, «Шера Малот», «Песнь восхождения», он говорит, «Исай Найля Арим Меанья Воизри», он говорит, «Подниму я глаза к горам, откуда придет мне спасение?» То есть он увидел этот весь мир, враждебный ему полностью, дети и звери, там его хотят убить, денег нету, там разбойники, здесь разбойники, там война, тут эпидемия. А он стоит голый, вообще голый в речке, вот так по шею. И он говорит, откуда придет мне спасение? И сам же отвечает себе. Изри ми машем, он говорит, а спасение придет от Бога. Осе шамаем варец, он же сделает и небо, и землю. Раз он их сделал, раз он меня в этот мир привел, значит это кому-то надо, значит у него есть насчет меня планы. А у меня план быть только с ним, значит я, есть Бог, хозяин мира, есть я. И он, значит, вот так вот, это первый вид связи с Богом, связь, за которую надо держаться. И ты держишься за эту связь, это первый способ отношений с Богом. Второй способ отношений с Богом – отталкивание. Отталкивание, которого следует избегать. Есть люди, которые отталкивают Бога. Они говорят, какой Бог вообще? Кто я? Все я. Я и Либерман, значит, какой-нибудь, да? И там вот все тут гады, и я, значит, Д'Артаньян. Все, вот это вот, а где Бог здесь? Нету Бога. Вот тот, кто мне не нравится, он гад. Тот, кто мне нравится сегодня, он не гад. А завтра, может быть, он опять будет гад. Все, и человек должен тогда, он весь в заботах постоянных. Он все время заботится, его волнует все, потому что как это так? Это же все он делает и какие-то другие люди. Это он пишет, автор этой книги пишет, что отталкивание Бога – это тот способ жизни, которого следует избегать. Третий способ связи с Богом называется нейтральная почва, которая ждет, чтобы вы превратили ее в связь. Но того, что не является частью вашего замысла, не будет в вашем мире. Вот это вот такая ключевая фраза, мы сейчас ее разберем. Итак, третий способ – это большинство людей, они... Как бы говорят, есть и Бог, и, значит, и гады. То есть есть... Не, как это так? Гады же, они без Бога, они же как бы сами действуют. Так думает большинство людей. Роман Гольман, вот привет из Харькова. Рома как раз, с одной стороны, он знает, что есть гады, потому что он в Харькове. А с другой стороны, он знает, что есть Бог. И вот тут вот большинство людей, это связь называется нейтральная. То есть ты как бы допускаешь, что есть Бог, который всем управляет, и ты в то же время понимаешь, что есть какие-то люди, которые действуют, что ты не согласен с их действиями, они тебе не нравятся. Но ты, если ты с Богом на связи, и Он на связи с тобой, как Он может тебе мешать этими людьми? Понятно, да? И вот тут пишет он, в конце нам дает ключевую идею, ради которой была написана вся вот эта вот предыдущие три вещи. Но того, что не является частью вашего замысла, не будет в вашем мире. То есть выбор человека, главный выбор человека, это куда он идет. Где ты? Спросил Бог Адам Ришона. Где ты?
Он что, не знал, где Адам Ришон? Там никого не было больше, да? В раю больше никого не было, кроме Адам Ришона и Хавы, и змея. Зачем Бог спрашивает, который знает все, где ты? Вот этот вопрос, где ты, он обращен к каждому из нас постоянно. Постоянно Всевышний спрашивает, где ты? То есть, какое твое намерение? Куда ты идешь? И вот тут вот это самое главное. То есть, если у тебя есть замысел, и у тебя есть намерение, у тебя есть желание соединиться со Всевышним, он тебе покажет и откроет, как все те неприятности, которые есть, как они для твоего добра, для твоей пользы, для того, чтобы ты рос, замечал, пробуждался. Там, я не знаю, у меня один знакомый сразу мне пришло в голову, он попал в аварию. Попал он в аварию, значит, его привозят в больницу, обследуют. Он думает, за что мне эта авария, зачем, за что, вот что я такого плохого сделал? Где Бог был во время этой аварии? А потом ему делают обследование и находят у него рак почки. Ему говорят, слушайте, вы такой здоровый человек, если бы мы это не заметили, то тогда бы, значит, все, у вас бы уже там метастазы по всему телу. Но слава Богу, что вы попали в аварию, что мы заметили, что у вас рак почки. И теперь он после этого прожил лет, наверное, 20-25, он прожил благодаря этой аварии. То есть очень часто Всевышний нам дает разные неприятности, чтобы мы пробудились. Он его долбит, 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 Всевышний показывает ему и говорит, пробудись. Кто-то пробудится, и тогда он переходит на первый способ связи с Богом, связь, за которую надо держаться. И ты тогда ее усиливаешь, раскручиваешь, понимаешь. Вот я сейчас, видите, приготовил себе книжечку «Сад благодарности». Да, вот я сейчас ее каждый день читаю, невероятно усиливает связь со Всевышним. Просто рекомендую всем, как одно из самых мощных средств усиления своей связи со Всевышним. Просто вообще волшебное. Хорошо. Теперь дальше. И давайте поучим немного хумаш. Значит, мы находимся в главе Матот. И вот тоже очень-очень неприятно, вернее, можно сказать и неприятная, да, это оговорка по Фрейду. Очень непонятная мне была глава, особенно сегодняшний отрывок, очень непонятный. И опять же он показывает, что мы пытаемся все время на Бога накладывать свои мысли о том, каким он должен быть, как он должен действовать, что правильно, что неправильно. То есть мы пытаемся за Бога решать. Но если бы мы принимали от Всевышнего то, что он говорит делать, да, то не было бы проблем вообще. То есть все проблемы у человека начинаются с момента, когда он делать начинает не то, что Бог сказал делать, а то, что ему самому кажется, что надо делать. И в этот момент человек, вот с первого человека, Бог ему сказал, не ешь от дерева познания добра и зла, будешь жить вечно в раю. Он поел от дерева познания добра и зла. И значит, дальше. Бог ему говорит, что ты сделал? Он вместо того, чтобы сказать, я поел от дерева познания добра и зла и нарушил твое указание. Что сказал человек? Он говорит, а я при чем? Это та жена, которую ты мне дала мне. Я при чем? Я все нормальный. То есть он тут же начал опять же против Бога выступать, защищая то, что называется своя точка зрения, эго. Да, вот я считаю, что вот так. Ну, считаешь, считаешь, Бог тебе дает возможность, он тебя любит, он тебе дает возможность проверить результаты твоего считания. Но самое ужасное здесь, что когда человек попадает уже в такую яму, в такую вообще неприятность, он все равно считает, что он правильно делает, а Бог, значит, ошибся. Бог ошибся. Там гады, здесь гады, а я Д'Артаньян, я красавчик, да? То есть, к сожалению, вот как первый человек с себя сразу снял ответственность, как только ему было неприятно, так же мы продолжаем идти по этому пути, снимая с себя ответственность. Хорошо. Значит, здесь и вышли Моше, и Элиазар, Акоин, и все главы общины, вышли они за пределы лагеря. Значит, вы помните, что 12 тысяч воинов из народа Израиля вышли воевать с медианитянами и победили. И вот они возвращаются в лагерь, и тут выходит их встречать Моше Рабейну и главы народа. И что? «Ваекцов Моше альпкуде ахаль, и разгневался Моше на предводителей, на тысячников и на сотников, которые были главой этой армии». Разгневался. Значит, почему он на них именно разгневался? Не на все войско, а на тысячников и на сотников, на главных. Устная Тора нам говорит здесь.
Это были те, которые назначены над войском командиры. И это учит тебя, говорит нам устная Тора, что всякий неблаговидный поступок поколения связывается с главами поколения, с великими, которые наделены властью воспрепятствовать такому. То есть мы здесь видим такую вещь, что есть какая-то поговорка такая, она не из Торы, но она очень, мне кажется, сюда подходит, что каждый народ достоин своего правительства, по-моему, так она звучит, но в принципе управляет народом-то правительство, то есть правительство управляет народом, и получается, что главы народа, они ответственны за все неприятности, которые случаются с народом, потому что они могли воспрепятствовать разным негативным вещам и не воспрепятствовали. Ну, в общем, надо подумать. У меня вот эта вот мысль, кто ответственный больше, народ или лидеры, она меня с самого начала очень сильно волнует, эта мысль. Потому что, в принципе-то, народ идет за лидерами. Но, с другой стороны, народ идет за лидерами, но лидеров-то выбирает народ в современном мире. То есть, кто из них больше ответственен за то, что случается, непонятно, да? Вот, и Максим напоминает, и сердца правителей в руках Бога, и мы учим же всю эту схему, ожесточил Бог сердце фараона. Но получается здесь, как мне кажется, что здесь вопрос, на самом деле, он тот же вопрос, что было в начале, курица или яйцо из этой же серии. Потому что правитель – отражение народа, народ – это следствие того, что говорит правитель, а Бог, он является, как бы, он выдает каждому, вот, выдает следствие. То есть, когда мы говорим, что Бог, он управляет, он, безусловно, управляет. Но Бог управляет же не так, вот я хочу и все. Такого нет. Бог смотрит, есть система, которую он создал. В этой системе заложены механизмы, заложены законы. Законы природы, законы Торы, законы психологии. То есть он сотворил систему, это Элоим, всесильный. Он сотворил все силы. И дальше система, она работает, это компьютер. Да, Бог все время, он находится как бы вне системы. И у того, кто ищет путь к Богу, у него появляется возможность подняться над системой. И это то, что называется индивидуальное провидение, то есть ты сильно хочешь, тут чудо случилось такое, но это не отменяет работу системы. Поэтому получается, что если народ своими действиями заслужил такого правителя, приходит правитель, и этот правитель, который своими действиями, да, он может пойти туда-сюда, он может улучшить народ, ухудшить народ, правитель тоже делает свой выбор. Но в какой-то момент, когда Всевышний вмешивается в ситуацию, да, уже сердце правителя, правитель становится уже роботом, да, таким роботом, который уже работает по сигналу, как фараон работал, что он выполняет уже волю Всевышнего. Но вот эта воля Всевышнего, она была следствием того, что было в предыдущие годы, десятилетия, поколения. То есть все как бы все равно идет, как в Экклезиасте в конце написано, «Веколь давар яви элоким ле мишпат». «Каждую вещь приведет всесильный на суд». «Альколь нейлам». И все скрытое он учитывает, да, то, что люди вслух не говорят, но Всевышний учитывает их намерения, их мысли. То есть для него открыта вся система, включая намерения людей. Все учитывается. «Альколь нейлам». Все скрыто. «Вы им то, вы им ра». И хорошее, и плохое. То есть хорошие действия, они создают одни векторы – движения мира, народа, плохие намерения, действия создают другие векторы, а всесильный учитывает все векторы, и потом мы получаем последствия, раздача, все, значит, каждый получает, кто-то подарки, кто-то неприятности, кто-то боль, кто-то радость, кто-то деньги, кто-то болезни, кто-то то, но все это для чего? Чтобы усилить связь со Всевышним, чтобы в любой момент, когда ты что-то получаешь, сказать сад благодарности, спасибо Всевышнему за то, что я получаю. И даже за неприятности спасибо, потому что они мне дают возможность поменять свой ракурс, поменять свой путь и выйти из тьмы на свет.
А светом является что? Учение свет, Тора свет, связь со Всевышним, которая спасет в период любых действий, бедствий. Значит, Моше разгневался на руководителей войска и сказал им Моше, «Вайомар алей Моше, зачем вы оставили женщин в живых?» Вот это то, что меня удивило, да? Моше Рабейну в Торе, пророк от имени Бога, он говорит, зачем вы женщин оставили в живых? Как мы привыкли? Мы же за то, чтобы Женевская конвенция, соблюдались все законы войны, и все. Тут Тора, Бог, добро, любовь, говорит через Моше Рабейну пророка, говорит, зачем вы женщин оставили в живых? Они, по слову Беляма, вот этого вот негодяя-мага, да, они выступили против народа Израиля для того, чтобы их побудить к неверности Богу и совратить их на служение идолам. И началась магефа, началась эпидемия в общине Бога. Значит, на них была вина. Вы знаете, было на Нюрнбергском процессе, и ну вот, судили когда нацистских преступников, были женщины, которые в концлагерях, эти такие были надзирательницы, да, фашисты, которые убивали, женщины рожали детей, они брали детей и топили их в бочке, как котят. То есть были такие жестокие, которые разряжали животы, там все. То есть можно было таких женщин убивать? Да, им присуждали смертную казнь и убивали. И это абсолютно нормально, по-человечески правильно, что если там какая-то женщина, да, неважно, женщина, мужчина, убил там, например, 40 детей, да, то что, жестоко убил, что, надо ее оставить, надо над ней проявлять милосердие? Нет, такую женщину надо убить, и это будет милосердием относительно ее, относительно родственников погибших, относительно всего мира. И это и есть милосердие. Теперь Бог сказал... Значит, всех, кто участвовал вот в этом вот, надо медианитян убить. Значит, пришли они, говорят, не, мы добрые, мы добрее, чем Бог. Бог сказал убить, а мы не будем убивать. Вышел Моше и разгневался. Он говорит, как вы так? Вам же Бог сказал, Бога надо слушаться. И, значит, дальше он сказал там, кого убить, кого не убить. Тоже это очень тяжело читать, потому что... Тяжело читать, да, когда убивают людей, убивают женщин, убивают мужчин, детей. Но вы знаете, вот интересно, здесь написано, что почему Белям дал им совет совратить евреев. Что Бог евреям не любит разврат, сказал Белям. То есть, если будет разврат, все, значит, он от них отвернется. Теперь медианитяне отдали своих вот этих женщин, чтобы они совращали, развращали евреев и приводили их к служению идолов. И Бог сказал их убить. Но смотрите, что интересно. Я как-то на одном уроке приводил цифру. В каждый год в мире официально по статистике Всемирной организации здравоохранения умирает после родов в течение первых 3 лет умирает 200 тысяч детей от рождения до 3 лет. 200 тысяч каждый год. Знаете от чего? От венерических болезней их матерей. Их матери болели сифилисом. Или там, ну, разными другими венерическими болезнями, и 200 тысяч детей. То есть мы сейчас все в трауре и в совершенно искреннем трауре, когда умирает один ребенок во время войны. Один ребенок умирает, мы все в трауре, весь мир в трауре. Но то, что каждый год от разврата умирает 200 тысяч детей в возрасте от года до 3 лет, никого не волнует. Ну, какая разница? Это же какая разница? Мамы там где-то занимаются развратом, значит, папы, мамы, 200 тысяч детей умирают. 200 тысяч детей умирают. Это объясняет, наверное, почему Бог в Торе четко сказал, что те, которые провоцируют мир на разврат, они уничтожают мир. И Бог сказал, что таких надо уничтожать тоже нельзя, таких прощать. Теперь мы понимаем запутанность ситуации. Потому что, когда идет пропаганда, например, в конкретно разврата, когда идет пропаганда гомосексуализма, когда чуть ли не насильно заставляют детей сейчас в школах, ну, то есть, чуть не насильно, уже скоро будет обязательно, типа, пусть попробуют, дайте ребенку выбор, мальчику, кем он хочет быть, мальчиком или девочкой. То есть, идет к этому эта вся пропаганда, эти все парады гордости. Понятно, что в мир приходят такие проблемы, когда Папа Римский одевает этот самый... Радужный крест. Ну что это вообще такое? Здесь мы видим, что насколько Бог,
он прям жестко к этому относится. И мы тогда можем понять, что даже если есть какие-то неприятности, Бог нас предупреждает, что нужно конкретно действовать по Торе, и не будет никаких проблем ни у кого. Все, с Божьей помощью, чтобы мы сейчас эти глубокие идеи, которые каждый для себя возьмет, пусть какую-то идею обдумает. Потом на этой идее зажжется внутри божественный свет. Потом, когда вы размышляете о том, что Бог от вас хочет, в этот момент нужно помолиться. И в этот момент, когда вы будете молиться, вы подниметесь на третью ступень связи со Всевышним, вы услышите ответ Всевышнего, и пускай Всевышний, есть такое благословение, и молеколь мишелот лебеха летоватеха, чтобы он выполнил все запросы твоего сердца для твоего добра, и чтобы мы все удостоились подняться по ступеням духовного роста и соединиться со Всевышним, и реализовать ту цель, ради которой Бог сотворял этот мир. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. И чтобы наступил уже мир, наконец. В нашу заслугу может наступить мир. Если все помолятся хорошо о мире, может быть, это повлияет. Я верю, что это повлияет.